По ивенкийскому календарю начал отсчет Новый год. Жители Белецкого наслега отпраздновали наступление лета в Алдане. Год обещает стать добрым и щедрым, поскольку именно так его встретили в Среднем мире. Подробности праздника по колдын в нашем следующем сюжете. Отгремел первый гром и закуковала кукушка. Настало время праздника Бакалдын, венгийского Нового года. Прежде всего, хвала возносится огню, питавшему кочевников. Особое почтение родовым общинам и их верным кормильцам – оленям. Пройдя очищение через Чичипкан, гости закружились в венгийском хороводе. Наступление лета жители Среднего мира встретили на стадионе Центра подготовки лыжников. Отпраздновать Бакалдын в Алдане предложили жители Белецкого наслега. Благодаря их стараниям праздник удался на славу. Со знакомством нашей культуры с остальным населением района. С этой целью мы здесь организовали этот праздник. В палатках жители Белецкого наслега представили жизнь кочевого народа. Община будто прибыла на праздник всем составом. Семья Григорьевых большая, она насчитывает 30 человек. И очень хорошее настроение, на праздник всегда настроение поднимает. Очень любим, да. Это наш семейный праздник. Самобытная гармония гуляний пленила. Национальные соревнования чередовались с представлениями по мотивам ивенкийского фольклора. Пусть природа будет щедрой, а хозяйство процветает достатком. В день встречи лета добрые пожелания не иссякали. Всем я всего хочу, самого наилучшего. Самое главное, здоровье было. Как встретят лето жители Среднего мира, такими и будут его щедроты. Ивенкийские праздники отличает особая теплота, сочетающая хлебосольное радушие и душевность. Конечно, это национальный праздник наших ивенков, и он всегда проходит очень так по-доброму, по-семейному даже, скажем. Искрящийся великолепием праздника день незаметно ушел в теплый вечер. Завтра все вновь окунутся в повседневные заботы. Милость природы теперь зависит от труда рук человеческих. Татьяна Вахнина, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.